походу на хор будет какой-нибудь. Человек 50, каждый. Да. Это однажды на Грушинский фестиваль, в стародавние еще времена, по-моему, из Германии какой-то хор приехал, человек 60, в тирольских шляпах, значит. И вот они минут 20 заходили на плот в виде гитары, значит. Гитара кренилась, они по одному гуськом шли, кто-то кого-то страховал, гора сидела так смотрела. Они вышли там, 5 минут и 20 минут уходили. Я мрачно смотрел на все. Николай, дай очки. Вопросы были интересные. Негоже пенсионерам без очков считать. Так, добрый вечер. Спонсор, пожалуйста, песни «Зеленое небо, красное облако, свадьба 2». И небольшой вопрос. Каково ваше отношение к интернету и соцсетям? Ну и последующие 3,5 часа. Ну, это, знаете, было время, в заре туманной юности спрашивали, ваше отношение к Высоцкому, там, 70-е годы, к Галичу, к Розенбауму потом стали спрашивать. Ну, как-то все это подвыхлось. Сейчас вот про интернет я что-то первый раз вижу. Не знаю, что это такое, отрицательно, вообще пожег компьютер, прикусил провода. Соцсети, вы что? Я ни в каких соцсетях не состою, не был, не привлекался. И как-то у меня нет особого желания тут там появляться. Я однажды зарегистрировался где-то на чем-то как-то, и на меня 5000 свалило сразу, типа «Здрасте!» И я понял, что если я только отвечу «Здрасте!», то полжизни уже не буду. Я сразу вырегистрировался оттуда. Я так со стороны смотрю. Я вижу людей, которые сидят в соцсетях. Я знаю некоторых людей, которые с ума сходят, которые просто уходят туда, а там виртуальная жизнь наша настолько интереснее, богаче и, как говорится, и нравственнее, и искуснее, чем наша такая обычная. Опасно. Николай, ты тоже что-то не очень там, да? Я вообще думаю, когда второе пришествие случится, то нам списывать будут как раз из соцсетей, где кто. А я нигде не зарегистрирован, этим и спасусь. Когда случится второе пришествие, из соцсетей узнают, где было первое, да? Умоляю, я думаю, ну что же это, спойте, ну что ж спеть-то, пожалуйста, о господи, песню «Пробудка». «Побудка», да, со словами «Страшная лохматая». Я чуть позже спою, и вы поймете, вот, умоляю, пожалуйста, спойте. Ну тоже хорошо, так, «Д» вечер. Дальний вечер, добрый вечер. ДВ, давай так писать, ДВ. Ну, пусть это вещи старых, но очень любимый колокольный. Так. Песня про Тамаду, и я на митинге хожу. Так. А вот тоже такой философский вопрос. Сначала я стал Галина Хомчик, думаю. У меня пока нет такой песни еще. А какая для вас песня моя? Колоколенка, свадьба? Или мы что-то не знаем? С подковыркой такой вопрос. Ну, конечно, хочется сказать, конечно же, вы еще что-то не знаете. Вот. Ну, от колоколенки до свадьбы, я понимаю, разлет такой, да, но я всегда как-то старался, стараюсь, и наверняка буду стараться делать это. Вот как человек чувствует, как я чувствую, такие песни рождаются. И веселые, и грустные, и смешные, и печальные. Как жизнь. Потому что я всегда говорил, что человек смеется, и у него слюнка вытекает из угла рта, а он, конечно, счастливый человек, ну иди туда. А если он плачет все время, это тоже болезнь, диагноз, который надо лечить. Раз уж сегодня сяду, поеду, может тогда на Пикового туза. Вот. А на Пикового туза как раз вот мы и собирались. Для тех, кто опоздал, мы, конечно, коротенько повторим сейчас первое отделение. Дайджест такой по куплету. Поеду в город Тверь.
тысячи гадаем. Я поеду погостить к свете сожжённым. Доберусь я, ребят, поздно вечером. На звонок не стану жать, постучу слегка. А как спросится кто-то, то отвечу я, что приехал погостить я издалека. Что мотался по земле ли, по небу ли, выбирался из воды не совсем сухим. Скажет Светка, что меня долго не было. Скажет Сашка, что меня не хватало им. И разместимся на кухне мы маленькой, Афанасия побьем великой невидимкой. На гитаре побрянчим очень старенькой, но церквушку поглядим, что в окне видать. Расскажу я им, во что еще верую, и прикурим от последней, от спички мы. И рассвет протрет окно тряпкой серой, и поеду я назад электричкою. И в вагоне для себя что-то враз решив, отпущу в окошко птицу пиковую. И состав на повороте, замедлившись, и загнется мне на счастье подковою. Прохожая, а
картонушки топає, а внизу дощик йдет. И ни имени, ни общества, тишина и благодать. И чего-то очень хочется, да и никак не угадать. Наконец, моя хорошая, мы останемся вдвоем. И негаданно, непрошено мы с тобою запоем. Зажжем ручьями вешаньями переполненной души. Хоть святой ты или грешный ты, слушай, слушай, не дыши. А как кончится пророчество, а как кончится слеза, возвращаюсь в одиночество, возвращаюсь я назад. Неизменно, неизмерное, что ютится на ветру, суверенно, суеверное, где родился и умру. А где все чьи-то ноги топают, да на закат и на восход. А за замызганными оконами там все дождик идет. И ни имени, ни отчества, тишина и благодать. Где неуклюжий мальчик, а я за три копейки.
песня «Побудка» — это не моя песня. Однажды, давным-давно, еще, значит, достославные времена, на фестивале, где-то, по-моему, под Новокузнецком был фестиваль, где-то часа 4 утра уже концерт идет долгий, все так уже сидят, кто-то борется, уже не борется со сном, кто-то еще борется с тем, кто борется со сном. В общем, и вышли ребята, по-моему, из Новокузнецка, сказали, песня «Побудка», спели, все так очнулись сразу, глаза у всех загорелись и стали слушать дальше. То есть с этим можно много историй, одна такая потрясающая. Курский фестиваль, тоже где-то часа 3 ночи, конкурсный концерт идет, 6 час, значит, жюри так уже притомилось, зрители сзади вообще уже лежат. И выходит парень, как сейчас помню, из Харькова, он там такой, длинный парень такой высокий вышел и поет, поет он минут, не знаю, там 8-10, какая-то баллада. И вот такие образы интересные, он говорит, типа, дорогая, я сварю для тебя суп. Я возьму звезды, я возьму там небо, я возьму облака. И вот так он все это перечисляет, значит, суп варит, такие же люди. И заканчивает, и сзади голос такой стал, чувак, мясо забыл. Выступающего сдуло жрячь. И по новой. А тут вот они спели «Побудка». Я, значит, по-моему, стихи, если мне не говорят, то ли Арсений Дрис, то ли Сабин. Кто-то из детских писателей. Ну, я так, одну десятитысячную только энергетической нагрузки. Детская песня. Век не стрижет пес барбос, тяпу, тяпу, тяпу-па, шерстью черную зарос, тяпу, тяпу, тяпу-па, в лужу черную глядит, тяпу, тяпу, тяпу-па, что за морда там сидит? Страшная лохматая, морда волосатая! Не узнал себе барбос, тяпу, тяпу, тяпу-па, он зарос. Не узнал себя горбос, тятя Буба, вот как сильно он зарос, тятя Буба, и сердито поморгав, тяпу-тяпу-тяпу-па, пес воскликнул, гау-гау-гау. Страшная лохматая, морда волосатая, не узнал себя горбос, тяпу-тяпу-тяпу-па, вот как сильно он зарос. Дети и взрослые всегда вовремя ходите в парикмахерскую. Ну, давай, Николаевич, тогда чего уж. Раз пошла такая пьянка, тамаду просили. Значит, ударные. Евгений Быков. Перкашин. Привыкает к Перкашину. Он 9 числа в Америку летает. Перкашин. Согласно словарю Чубинишвили, в далекие ушедшие года, чтоб гости морды с рюмками не били, к застолью прилагался тамада. Он говорил, и годы проходили, эпохи исчезали без следа, и гости морды с рюмками не били, а слушали, что скажет тамада. За то, что нас никогда не засасывали, болото чистецки не урять. А если пьешь один, то беда-беда, тамада-тамада-тамада. А если пьешь с друзьями, это да, тамада-тамада-тамада. Однажды один джигит увидел красивую девочку.
за крышу, но плейбой девушки исчез. Так выпьем за стену нашего дома, на которой кого не повесишь, никто не повесит. Сегодня тоже много выступаю, и тоже очень много говорят. Но в дребезги рюмашки разбиваю, и морды бьют конкретно все подряд. И я скажу, но только между нами, запомни, чтобы детям передать. Уж если рюмку поднял ты как знамя, то знай, кому когда и что сказать. Соло! Голоногий бубен потеряешь. А суббота лучше, чем среда. Тамада, 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 сбил меня. Без труда не выбьешь из пруда. Тамада, тамада, тамада. Один маленький, но гордый шашлык стоил 913 рублей. Как выпьем следующий бокал, то прекрасную красную вина, не закусывая. А за женщин выпьем мы всегда. Тамада, тамада, тамада. В 45 любая ягода. Тамада, тамада, тамада. Тост из передачи «Веселые ребята» 1980 год. А чем же черепаха не летает? Не хочет. Почему рыба живет в воде? Ей там нравится. Так выпьем за молодых. А если бьешь один, да-беда-беда. Тамада-тамада-тамада. А если бьешь друзьями, это да. Тамада-тамада-тамада. Ой, а за женщин выпьем мы всегда. Танец. С шапкой. Реврайте. Сейчас стишок уже рассказывает. Значит, вот есть цыганочка с выходом, да, знаете такую формулу. Мы сейчас будем цыганочка с уходом. Уходить будет Евгений Быков. И как? Человек, однако, срок закончен, и мы не можем.
и пиво. Они черноголовые. Дырки от сережек в ушах и в носу только-только заросли. Чувствуется все-таки, вот не обманешь ли, да? Вообще, цыганочка, это же классический бардовский прием. Освоил эти три аккорда и все. Освоил ты бард, если это. Ты хороший бард. Если еще при этом что-то поешь, ну вообще. Концерты, как говорил Волк Тринский, марухи рыдают. Выезды за границу. Но немножечко о том же, но немножечко по-другому. Полночь за полночь.
ночи я сижу спокойненько, наблюдаю, как меняется луна. Только что была серпом, уже без молота, а теперь как неразмененный пятак. Только что вы были счастливы и молоды, а теперь уже не так. Отсюда возили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, полтых и в ямку канули и годы и года. Полтых и в ямку канули и годы и года. За окном мелькают кадры старой хроники, наши лица проплывают стороной. Все мы вместе, все орлята, все соколики, и вихры нам приминают дождь грибной. Каждый вечен, каждый учен, каждый стоящий, зубы мелкие, но острые уже. Далеко еще, ах, как же далеко еще, подоконник на четвертом этаже. Отсюда возили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, полтых и в ямку канули годы и года. Полтых и в ямку канули и годы, и года. На стене другой рукой та же формула, имена другие, равенство одно. Что-то помнится из фильма бело-черного, что-то доброе, но прямо как в кино. Словно годы пролетели, будто не были, где-то рядом, просто выше этажом. Жаль, что сказка, как была, осталась небылью, да и где она, дорожка в этот дом? Возраст. О, это, по-моему, стих.
глубоко все и блестяще спойте, пуля, как воробушек, песни сердце так щемящие, наверное, быть не может. Песни сердце так щемящие, наверное, не может. Ну, честно говоря, мы собирались колокольнику сегодня спеть. Ну, грустную двучку. Надо долго рассказывать там все. В следующий раз, вот приходите, в следующий раз споем правильный хор. Очень грустную песню. Приходите с платочками сразу там. Вы осенью уже поете. Зуб даю, точно. Вот стоматологи идут со мной. То есть 3 сентября осень. 3 сентября осень. Осень своя, которую у меня пара осень есть. Хорошо. С осени начнем. Никто не будет. Николаевич, запомнил? Поем осень 3 сентября. Я буду от твоего лица отдаваться. Ладно, давай. Колоколин ты будет подбираться. Когда я стану стариком, к друзьям приеду вечерком, к таким же старикам, отбросив в сторону клюку, налейте старику, я вновь вернулся к вам. И мы немного посидим, в глаза друг другу поглядим, и первый час пройдет, потом немножечко нальем, потом тихонечко споем, и первый день пройдет. Мы будем спорить и кричать, и перебивать, как много лет назад. Мы вспомним тех, кто не пришел, и с кем нам было хорошо, и годы пролетят, и пронесутся день за днем, мы всех ушедших подождем, и встанем на крыло. Он будет полным, этот клин, каждый в сумерках один, а вместе всем светло. И то, что было не с руки, и то, что все мы старики, растает словно дым. И пролетая зимний лес, помашем крыльями с небес таким же молодым. Смертушку за честной народ,
чтоб на колоколе ноге захлебнулся кровушкой. Раз такой, раз эдакий, этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык приложивал, за собой засовывал старенький наган. Славу третьей степени да медаль отважную с левой клад старушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой крупенников фляжку опростал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю ровному быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, солидочка, малая песчиночка в глаз попала лютому, дернулась рука. Я винтовку выронил, да упал за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Но он, видать, был стрелянный, сразу не поверил мне, и по камню камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была пули мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал как на парад. Сразу с колоколенки и весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколенки и весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Горочки, пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшка да геройский взвод. Рана не зажитая, ее ловили на прицел.
комбат из Белоруссии, с ней объясниться не успел. Yeah.
много, а чего не говорят. Позабыв свои обиды в прежней сутолоке дня, приглашают годы гиды на экскурсию в Америке. А где тот я? Thank you.